Здравствуйте. 17 февраля, 10 лунный день. В созде Буд с элементом Земли. Особенный день для благородных людей. Благоприятен практик созерцания медитации, начитывать мантры, обращаться к учителям Будды в начало обучения, создавать планы, дизайны, подписание контрактов, соглашений, принятие важных решений, установление фундамента, приближать друзей. Ребенок, родившийся в этот день, будет храбрым, аккуратным, по отношению к отцу будет проявлять уважение с жестким нравом. День неблагоприятен продаже, а стрижка волос к обретению силы. Благоприятен для людей, родившихся в год курицы, коровы. Неблагоприятен годам тигра, обезьяны, свиньи. Хоралы Сагалгана до 5 часов вечера, рожденным в год змеи. Будьте мудрыми.